Сегодня все поганки снимаю. Атас! Огромнейший боровик. Ну, я думаю, что его и трогать не надо. Пусть растет. Навряд ли. Но зато очень толстые. И с другой стороны. Я боровики нашла, вот два. Да, вот два нашла. Рядом с ними это польские грибы. Они, наверное, червивые. Рядом незаметный грузик пристроился. Это гораздо лучше. И жарко, хоть уже и устали. Вот эту красоту я сниму. Это редкие мои паутинники, грибы синие. Пусть растут. Вот веселка какая большая. Уже надоело нам, ужас как. На том же месте еще одна. Вот еще какая веселка странная даже. О, какая она мощная. Клюв свой открыла рядышком. Все, мы уходим. Чашечка какая-то. Грибная. Яйцо от веселки, но оно грязное в листьях. А так они беленькие. Пора уходить. Хозяин мой устал. Я ему обещала его снять на озере в голом виде. Сегодня понедельник, никого не будет. А я думала, влево надо идти. Я пойду к военным. В такой глуши, в таком темном-темном лесу растет чудо природы. Свечечку эту я сниму. Солнце справа, мы заблудились. Ушли к военным. Вот это вешенки старые уже. Вот мы и заблудились. Вот это поподробнее сниму. Белоснежные вешенки. Они, конечно, хорошие. Солнце справа, а мы почему-то все время идем влево. Перешли мы где-то дорогу, не заметили даже, как ее перешли. Ну ладно, пусть ориентируется. Но мы вышли, но я немножко поволновалась. Вот. Здесь траву скосили почему-то вдруг. Всю дорогу. Да, купаться не по лесу гонять. В такую жару. Еще и по лесу эти грибы дурацкие собирать. Ну что поделать. Хочется ведь посмотреть, что там такое в лесу бывает. Только что я здесь плавала, а здесь уточка плывет. Ух ты, какая шустренькая. Молодец, ой, хорошенькая, в экран попала. Зайка моя. А где твои родственники? А когда мы плавали вот здесь вот,